Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенеги. Ребята, темно-красный пион. Этот пион самосел. Мы его сюда не сажали. Вырос он сам. Может, птички занесли семена. Может, еще что-то. Но мы не сажали. Этот темно-красный пион, цвет обалдеть. Цвет у этого пиона темно-красный. Разводятся пионы делением куста. Самый лучший способ. Зацветет быстрее. Если выращивать семенами, то ждать цветения очень долго придется. В прошлом году этот пиончик не цвел, а в этом году зацвел. Сегодня 24 мая 2020 года. Красава. Поближе. Жаль, камера не передает запах пиончика. Обалдеть, ребятка. Обалдеть. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривова. Печенеги. Пока-пока, ребята. Пион темно-красного цвета. Пиончик темно-красный.